Добрый день! Сегодня я расскажу, как устроен первичный прием у детского врача-психиатра. Во-первых, обязательно присутствие родственников и близких пациента. Для того, чтобы можно было услышать жалобы со стороны не только ребенка, но и окружающих его людей. Во-вторых, обязательно исследуется вся медицинская документация, потому что сопутствующие заболевания, какие-то отклонения в анализах могут приводить к нарушениям в работе психики. В-третьих, проводится тщательное изучение истории развития и возникновения определенных симптомов, которые привели на прием к врачу-психиатру. И в завершении вместе с пациентом и его близкими вместе разрабатывается совместный план работы. Это может быть и психотерапия, это может быть использование медикаментов, либо каких-то других.